Чин водоосвещения купальни совершил архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем на территории Свято-Иннокентьевского женского монастыря в селе Раздольное. Местность вообще славится своими водными источниками. И 28 октября к ним добавился и святой монастырский. Произвести освящение часовни и вод, находящихся под ней, решили к 15-летию женского монастыря. Призывая божественную благодать на сие место, на каждого человека, кто будет приходить и черпать воду сию, для того, чтобы она служила во здравие души и тела, к отгнанию всякого супостата, к очищению от грехов и страстей, к укреплению в телесном и духовном здравии. В открытии и освящении купальни приняли участие монахини монастыря, жители села и председатель регионального отделения Русского географического общества Тамара Рубцова. Хотелось бы молитвенно пожелать, чтобы каждый человек, кто к этой воде будет приобщаться, получил во всей полноте исполнение тех молитв, которые сейчас мы вместе с вами вознесли. Несколько лет назад в честь 220-летия святителя Иннокентия на этом месте был освящен колодец. Теперь отдельно освящена часовня-купальня. Вода по своему составу здесь очень чистая, уникальная, целебная и отмечена благодатью совершения чина. Испробовали этой святой водички. Слава Богу за все. Очень понравилось. Настроение хорошее такое. Она, конечно, божественная. Она такая чистая, природная вода, очень хорошая. Ну, тем более в таком святом месте. На постройку купальни собирали буквально всем миром. Благодаря пожертвованиям людей и силам монастыря, теперь у жителей области есть свой источник. Он станет для них не только источником питьевой воды, но и источником радости, духовной силы и энергии. Екатерина Кувалдина, Кирилл Богаченко. Новости 21.